Ребят, всем добрый вечер еще раз. Хотелось бы еще раз напомнить всем, то, что 26 мая в 11 часов в Айрат-арене состоится отборочный тур, второй отборочный тур. Ребят, подчеркну, второй отборочный тур – это не означает, что у нас среди конкурсантов идет борьба. Это второй кастинг, можно так простыми словами это назвать. Это кастинг, где мы пытаемся еще дополнить свои номинации. Две номинации у нас почти готовы – это эстрадный вокал и народный вокал. А вот танцоров, к сожалению, у нас на данный момент никого нет. Ребят, танцоры, те, кто любит танцевать, те, кто обладает хореографическими данными, тот, кто вообще готов о себе заявить, приходите, не стесняйтесь. Еще раз напомню, 26 мая в 11 часов в Айрат-арене. Мы ждем вас, не пропустите. Теплой кожи коснусь, мы здесь только вдвоем. Вспомним, как мы уснули, заново переживем этот теплый вечер. Саксофон жибьем, но и чечен. Задние ряды в кино, ничто не вечно, ничто. Но с тобой оживет день за днем, теплый вечер. Не забывай, мам, не забывай, мам, не забывай, мам, не забывай, мам, о, е-е-е. Держали пацаны о вечной дружбе. Дым по кругу и до дна стаканы. И все клялись друг другу свои. Не забывай, вместе идти, вместе до конца слова. Пацана, не понять тому, кто с перебитым носом не бежал от местных пьяных по дворам. Нужно расстаться нам, ну на время, значит ненадолго, может на недельку, но точно не навсегда. Ну а завтра кто куда, кто служить, кто в институты. А потом привет, семья, и не минуты. Чтоб не распадаться нам, нужно баб поменьше слушать. Какие не пьют, какие дела. Все камень сбор, не откладывай никогда слова. Пацана, не понять кому, кто с перебитым носом не бежал от местных пьяных по дворам. Нужно
остаться нам. Ну на время, значит ненадолго, может на недельку, но точно не навсегда. Плохо знаю эту песню. Мне было 14. Эй! Эй! Моя малая родина, я с тобой всегда. Регион 08, Калмыкия, Элиста. Это край земли, это чудо света. Это место, где я провожу свое лето. Город надежд, пусть поменьше, чем Москва. Но только здесь я напишу эти слова. И только здесь застывает жила кровь. И это чувство называется любовь. Любовь к родине и никому другому больше. Ведь только здесь я чувствую себя неброшенным. И только здесь все мои друзья, знаешь. Твоя родина там, где ты на миг взлетаешь. Где теряешь чувство контроля над собой. Где тебе привет, скажет. Здесь любовь, здесь царит любовь. И добра не надо, твоя родина там, где тебе рады. Моя родина безупречна, правда, бесконечно красива. Имеет право, годы пройдут, я умру, но она на месте. Все, что мне нужно до конца дописать эту песню. Моя родина безупречна, правда, бесконечно красива. Имеет право, годы пройдут, я умру, но она на месте. Все, что мне нужно до конца дописать эту песню. Годы пройдут, но я никогда не забуду степей простор. Манящие взоры и снова хочу вернуться, хоть никуда не уезжал. Мое проклятие и счастье, душа моя патриотичная. Я горжусь своей страной, а она мной. Уверен, через пару лет будет гордиться так же. Для меня это важно. И вдруг однажды ты услышишь этот припев. Моя родина безупречна, правда, бесконечно красива. Имеет право, годы пройдут, я умру, но она на месте. Все, что мне нужно до конца дописать эту песню. Моя родина безупречна, правда, бесконечно красива. Имеет право, годы пройдут, я умру, но она на месте. Все, что мне нужно до конца дописать эту песню. Красавчик! Мы там с бизнесменом, по всем нашим олигархам ходим, да? Мы конечно, молодежь. Там, вдруг да. мы же молодежь привлекаем, да, у нас за первые места по 20 тысяч идет, по гран-при 50 тысяч рублей. У нас в общей сложности там 4 места, 80, у нас 130, 140 тысяч только на первые места идет. Это, и то мы все деньгами, да? Деньгами, чтобы как-то смотивировать молодежь. А она это не клюет даже на эти деньги. На 50, 20, 30 тысяч рублей. Я не знаю, что надо еще людям делать. Знаешь, мне кажется, это не то. Это не то слово даже инертное. Пытаемся, ага, уже и деньги привлекаем. И так, и сяк уже. Уже и с Максом уже договорились. Максим уже будет и клипы, сам будет им снимать ролики. Это уже все за спасибо уже. И деньги им давай, и ролики им сними, да? У нас еще студия BitRate Records, да, вот Сережка, Сергей Джиджик, молодой парень тоже, да? Он, ну, Джиджиков, может, в свое время слышал, слышал, тоже у него там, его отец там играл раньше тоже, дядя играл у него раньше, ансамбли тоже, они вас, в ваших годах уже, и этот, и вот они этот, уже ими минусов, фонограммы бесплатно, и клипы бесплатно, и деньги за призовые места, и все, и вообще, мы уже просто, у нас фантазия уже заканчивается, мы не можем там по 100, по 500 тысяч раздавать, у нас нет таких денег. Хотя бы эти там 100-200 тысяч рублей, ну это хоть деньги, знаешь, за первые места там по 20, по 30 тысяч рублей там. Ну, в принципе, понимаешь, вообще народ должен за деньги. Ребята, еще раз напоминаю, 26 мая в 11 часов в Айрат-арене мы ждем вас на кастинге «Айратские таланты». Ну а пока... Для вас эта песня. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжает со своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали, нас можно спасать и поздно лечить, плевать, наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы.
лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. Еще, еще. И голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. 26-го в 11 часов в Айрат-арене. Мы ждем тебя. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. Просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Давай еще разок. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей.